to ask you, do we, on real needs, have to do something like duties? Really? No. Я бы хотела вас спросить, вот мы вот эти, вот, вот это бытие, есть ли у нас какие-то обязанности, должно ли мы что-то делать? You know, нет? Ты же знаешь ответ. You know the answer is no. Ты знаешь, что ответ нет. That doesn't mean that you become irresponsible. Но это не значит, что ты становишься безответственным. That doesn't mean that you don't take care of things. Это не значит, что ты перестаешь что-то, о чем-то заботиться. I found that less ideas you have. Я даже обнаружил, что чем меньше идей у тебя, more clear is your thinking. Тем яснее твое мышление. And somehow you are more organized on your own way. И тогда таким образом ты более организован. Ты более организован вот по-своему, в своем темпе. You don't become unfriendly or ты не становишься недружелюбным или безразличным. Mind becomes very clear. Когда ты не заботишься ни о чем, то есть твой ум становится более ясным. Clear thinking. Ясное мышление. See? So, in a sense, you become, one can say, more responsible. То есть в каком-то смысле ты даже становишься из-за этого еще более ответственным. For your conscious, your present. Потому что ты, в принципе, абсолютно осознаешь данный момент. То есть ты в сознании, ты сознаешь. And then you may find yourself just about to perform an unconscious action, and then you become conscious of that, and that stops there. Тогда ты можешь себя поймать на вот этом возникающем желании совершить неосознанное действие. Как только ты себя ловишь на этом, это исчезает, останавливается. You become conscious and you gain another spoon of food. Как только ты осознаешь, что ты еще одну ложечку еды подносишь, и понимаешь, что уже не надо, ты откладываешь и говоришь, ну все, достаточно. So, but you want more signal? И тот тебе говорит, хочешь еще? Ты говоришь, нет, спасибо. And you may say, yes. И ты можешь сказать, да, нет, спасибо. You see, as soon as you become conscious, как только ты сознаешь, that finishes there. Заканчивается. This tendency там. Finishes there. То есть эта тенденция, эта склонность прекращается. It may not finish. It may not finish there. В этот момент, то есть она может еще вернуться. But it may lose the power to express itself. Но она уже потерять власть над тобой, повторяться, то есть возникать как действие, то есть это намерение, скажем, может возникнуть снова, но как действие оно уже не проявляется. Very often I feel like I'm in a rush because I'm losing time because I need to do something useful, maybe my real being have aim or something. And that's where I feel like, oh, I'm losing time. Иногда я ловлю себя на том, что я спешу, у меня такое ощущение, что я теряю время, что мое истинное бытие, оно там, возможно, у него здесь есть какая-то цель, и там появляется чувство, что я теряю время. What is the aim? А какова цель твоего истинного бытия здесь? What if I tell you that life is about getting married, to have children and to have a profession? А что если я скажу, что смысл в жизни – это выйти замуж, родить детей и приобрести профессию? And you're supposed to be married not older than 18 years old. И выйти замуж ты должна, будучи не старше 18 лет. You will feel that you are wasting your time, your life. Ты будешь себя тут же чувствовать, что с тобой что-то, как-то ты упускаешь свою жизнь. Why? Because you are not married? Почему? Потому что не замужем? Or because of the idea. Или из-за идеи, что ты не соответствуешь идее. When are you going to give me a grandchild? Когда ты мне подаришь внука? You feel guilty. Ты чувствуешь вину. When are you going to get married, get a job? Когда ты замуж ты выйдешь? Когда ты работу найдешь? And live a proper life. Когда ты уже нормальной жизнью будешь жить, как достойный? Что это значит? Do you really have to do things?
your natural being have to do something? My natural being? No, it doesn't feel I have to do something in particular. If my real being, your real self, feels that I have to do something in particular, no. Ваше истинное бытие. Есть ощущение, что нужно делать что-то определенное. Вот именно этим надо заниматься в жизни. Нет? I'm doing what I'm supposed to be doing now. То есть я делаю то, что я сейчас должен делать, все. After lunch, washing the dishes. После обеда мытье посуды должно быть сделано. Until the owner of the house catch me and didn't allow me to finish. I washed the dishes, but I couldn't dry them. Если только человек, у которого мы живем дома, то есть хозяйка дома, не остановит и не установила и не дала вытереть посуду. Помыть не успела остановить, а посуду вытереть уже не успела остановить. Чем ты более осознан, ты всегда будешь в нужном месте делать в нужное время делать то, что в этот момент необходимо. Not following an idea. Не будешь в погоне за идеей. Not following a supposed to be. Не будешь следовать вот этому, а должно быть вот так. Which basically depends upon someone else. Потому что вот это должно быть вот так, это основывается на чьей-то идее, как должно быть. It tells you that. Yeah, but when I'm in this rush, I feel like I'm judging myself. Да, в этом этой спешке я чувствую, что я себя осуждаю, и это как замкнутый круг. And yet they're in the same place. То есть да, это как замкнутый круг, но при этом ты на том же месте, да? And it doesn't change a thing. И это ощущение вообще ничего не меняет. It doesn't make you feel better or more efficient. Ты не чувствуешь себя лучше, и даже наоборот, не чувствуешь себя там более эффективной. In a rush, you're more clumsy, and then you forget things, and nothing is done efficiently. Да, спешка, тогда еще хуже. Все это забываешь, все вещи ты забываешь, все эти из рук валятся. And then you wake up all these hormones, or whatever it is in the body that produces all this. Плюс еще все эти гормоны в теле начинают создаваться, которые порождают всякие эти эмоции, стресса, спешки. And when you want to do what you are supposed to do at that moment, you're already exhausted. И когда ты уже вот в этой спешке приходишь куда-то, и ты должна делать то, что ты должна делать, у тебя уже сил не остается, потому что все ушли на вот эту спешку. But how to get rid of guilt? Мне надо избавиться от чувства вины. See who is guilt? Смотри, кто испытывает вину, чья это вина. Guilt is a vibration in the body that you call guilt. Вина – это вибрация в теле, которую ты называешь виной. This vibration produces a movement in the body. Эта вибрация порождает какое-то движение в теле. It's a contraction. То есть такое сжатие. Who is guilt? Кто испытывает вину? Stop. Остановись. And observe. Просто вот остановись и понаблюдай. If you feel bad, если когда ты чувствуешь себя плохо, when you feel bad, this is the body, this is an alarm, it's a warning sign. Когда чувствуешь себя плохо, то это как будильник, это вот в теле возникают вот такие вот как предупреждения, что-то не так. Sometimes we feel bad, and we don't even know that we feel bad because it's so natural. Иногда мы себя плохо чувствуем, но даже об этом не знаем, потому что для нас настолько естественно. To be stressed is so normal. Быть в стрессе – это так нормально для нас. And it is so me. И это настолько уже стало мной. That is, I noticed that in a rush, something is wrong with me. Что когда я не спешу, когда я не в спешке, то что-то не так. Со мной что-то не так. Непривычное ощущение. Sad. Переживать, быть в депрессии, быть грустным или гневаться. Does it sound familiar? Okay. Звучит знакомо, да? It's so natural. То есть настолько это воспринимается естественно, это такое вот я такой.
Что не дай Бог, я улыбнулся. I'm feeling good. И почувствовал себя хорошо. What's wrong with me? Начинаю думать, что со мной не так. Боже мой. Я счастлив и начинаю чувствовать вину, потому что я испытываю эти положительные чувства. I'm feeling too okay. Я себя слишком хорошо чувствую. Is it okay to feel so much okay? А это ли все в порядке? Это вообще нормально так хорошо себя чувствовать? So this is a warning sign. То есть, если есть какой-то дискомфорт, дискомфортное переживание, то это как сирена об опасности, то есть какое-то предупреждение в теле. You're not conscious of that. Ты это не сознаешь. If you're conscious of that, только ты это сознаешь, melts away within consciousness itself. А это начинает растворяться в сознании. То, что порождает этот негатив. Ты продолжаешь делать то, что делал. Если честно, то ни у кого нет такой власти над тобой, чтобы заставить тебя чувствовать себя хорошо или плохо. Никто не может тебя заставить чувствовать себя хорошо или плохо. Ты чувствуешь себя плохо, только если ты себе позволяешь, ты разрешаешь этому человеку и себе так себя чувствовать. Другими словами, если ты поверил в мысли этого человека, который он или озвучивает, или действия совершает. But be careful, because that person may be sending you a message. Но ты будь осторожен, потому что этот человек может тебе какое-то послание этим, может что-то он хочет этим сказать тебе, может в этом есть смысл. Maybe constructive. Здравый смысл, может это что-то конструктивное. But I cannot tell that. Но я не могу этого сказать. Here is this thing. Listen. Дело в том, смотри, просто слушай. Intensely. Интенсивно слушай. What anybody says. Когда тебе кто-то что-то говорит. Including yourself. Включая себя. You will see if what somebody says when you say is it is true or not in that. И тогда ты просто в таком слушании, этот процесс распознавания, есть истина или там есть здравый смысл в том, что человек говорит или его нет. Произойдет само по себе. Просто слушание. And you have the right to say, listen. У тебя есть право сказать. Ты знаешь, что или ты уходи, или я уйду. I will not argue with you. Я не буду с тобой спорить. I'm sorry, I won't. Извини, не буду. See you tomorrow. See you later. Call me tonight, whatever. Давай увидимся завтра. Или вечером позвоним. And you can do that without being in conflict. И ты можешь это делать, не пребывая в конфликте. With a heart to break off with your partner. Без необходимости расставаться со своим другом. But nothing, no one and nothing can damage my being. Но никто и ничто не может повредить моему бытию. Only yourself. Только ты сама. And even if you do so. И даже если ты это делаешь, you are not damaging your being. Ты не вредишь своему бытию, невозможно повредить его. Это очень другое. Ты вредишь только телу. With your thinking. Своим мышлением. But the being as such. Но бытие как таковое. It's completely unaffected. Абсолютно не затронуто ничем. Yeah.
nothing touches awareness. Ничто не затрагивает сознание. I asked some teachers and the scripture saying, do you know what? Nothing had ever happened, actually. Некоторые учителя, некоторые учения, писания говорят, что на самом деле ничто никогда не происходило. Of course things are happening. Конечно, это происходит. But nothing had ever happened to awareness, that's what they mean. Но что они имеют в виду, что никогда ничего не происходило с осознаванием. В осознании все происходит, но с осознанием ничего не происходит. It happens in awareness, in silence. Происходит в осознании, в тишине. Like this talk is happening in this form. Как вот эта речь происходит в этом пространстве. But it's not happening to the space. Но она не происходит с пространством. This is happening in the space. Этот звук происходит в пространстве. But it's not happening to the space. The space remains the same. Но не с пространством. Пространство остается тем же. Не затрагивается происходящее в нем. You can take a gun. Ты можешь взять все оружие. What is happening to the space? И что при этом происходит с пространством? Ничего. Blood everywhere. Кровь повсюду. Nothing is happening to the space. А с пространством ничего не происходит. And you can raise your hands and everybody becomes enlightened. Или ты можешь поднять свои руки, и все просветлевают. All of you resurrect again, back to life. Или все вы воскреснете снова и вернетесь к жизни. It's happening in the space. Это тоже все происходит в пространстве. It's not happening to the space. Но никак не происходит с пространством. This is why it's important to realize oneself as a space. Поэтому важно осознать себя, реализовать, осознать себя. Everything is happening. То есть то, что ты являешься тем, в чем все происходит. Everything can happen. Что ты осознание, в котором все происходит. Тогда может происходить все, что угодно. Тогда может происходить или не происходить все, что угодно. Это больше не будет проблемой. Maybe sometimes I'm afraid to do something wrong, so maybe I will miss something. Иногда я боюсь сделать что-то не так, что-то не то. Может, я что-то упущу тогда. Something what I have to do or like, maybe. Я тогда не буду делать то, что я должна делать. Like my natural being have to do. You can't lose it. Consciousness. You can't lose yourself ever. What are you afraid to lose? It's hard to feel that I don't have duties, like my consciousness don't have. And yet, they are performed. То есть тяжело поверить, что у меня нет обязанностей никаких, несмотря на то, что как таковых вот обязанностей нет, но они исполняются. Sometimes she cooks and I might wash dishes. Иногда я готова, он моет посуду. Иногда он готовит, я мою посуду. Sometimes I cook and wash dishes. Иногда я готовлю и мою посуду. Sometimes she cooks and wash dishes. But this, you see, you cannot be a fixed rule. То есть не может быть каких-то определенных правил. You have to come out of awareness. То есть это приходит из осознавания ситуации. Actually, if we speak about rights and duties, на самом деле, если мы говорим о правах и обязанностях, then we are killing love. То мы убиваем любовь. Where there is rights and duties, there is no love. Где есть права и обязанности, любви уже нет. See? Because love knows what to do. Потому что любовь знает, что делать. Or not to do. Или чего не делать. In this moment. В этот момент. В настоящий момент. Confusion. It creates confusion. Иначе это порождает замешательство. So what is producing confusion is the idea that we, the ideas that we collect from outside. То есть порождает вот это замешательство идеи, которые мы почерпнули извне.
как должно быть. We think so much, we do nothing. Мы столько размышляем, но ничего не делаем. Paralyzed. Парализованы мыслительным процессом. Shall I, shall I not? Делать, не делать. Что же мне делать? Что мне сегодня готовить или посуду? The day is gone. День кончился. And the only thing that you did. Единственное, что ты сделал. Was to produce a tremendous amount of. Или вот создал вот это. Ugliness in the body. Вот это безобразное ощущение в теле. И все. Stay hungry. Я остался голодным. You have to empty oneself from all that. Поэтому лучше good news is that опустошить, так сказать, избавиться от всех этих убеждений. Должно, не должно, как должно. Good news is that your self is not touched by that. Хорошие новости заключаются в том, что ты этим никак не затронут. Bad news is that you have to go through that. А плохие новости в том, что приходится через это проходить. Or did you get rid of that? До тех пор, пока от этого не избавишься. Of any possible idea, belief, concept, belief. То есть приходится проходить через последствия всех этих идей и убеждений, пока эти идеи и убеждения не исчезнут. Не уйдут. Делать или не делать? That is the question. В этом вопрос. Not to be or not to be. Не быть или не быть вопрос. Because you are. Потому что не стоит этот вопрос. Вы уже есть. Мы уже есть. And I would like to ask another one question. Mm-hmm. Я бы хотела еще один вопрос задать. There is one thing which annoys me very much. Есть кое-что, что меня очень раздражает. When person glorify me and doesn't know how to feel. Glorifies you. Так кто-то меня возносит, я не знаю, что чувствовать. Very simple. Thank you. Очень просто. Спасибо. This attention is so intense. Потому что такое внимание, оно такое интенсивное. Thank you. Я говорю, спасибо, почему нет? You look so beautiful. Thank you. Так хорошо выглядишь, так прекрасно выглядишь. Спасибо. You look so obvious. Thank you. Ты так ужасно выглядишь. Спасибо тоже. It's like when the person is telling that I'm the best and all the time I'm the best and everything. What makes you think этот человек все время говорит, кто-то говорит, что ты лучшая, ты самая лучшая. А что тебя заставляет верить, что это не так? Это не ты чувствуешь себя некомфортно. Что-то чувствует себя некомфортно. Уж точно, идея чувствует себя некомфортно. Идея о себе чувствует себя некомфортно. I also when people start giving me special attention, I tell them this is. Когда люди начали мне уделять особое внимание, я тоже как бы пытался людям сказать. Во мне нет ничего особенного, но я при этом не чувствовал себя некомфортно. Я просто видел, что они столько значения мне, столько значения и внимания мне уделяют и абсолютно бросают всех остальных вокруг. Best chair, best food, best food. Лучшая еда, лучшее, все лучшее. Я смотрю на тех, кто еще там присутствует, а что по поводу этих людей. Но я не чувствую себя плохо при этом. Я просто в этот момент пытаюсь их как бы привести в чувство, то, чтобы они осознали то, что они не осознают,
что они уделяют такое чрезмерное внимание одному объекту и совершенно отбрасывают маленький. Цезарь, ты мой что-то. Нет, я это не так. Я это ты. Я как ты. Let's talk. Давай поговорим. See, we can talk and можно поговорить. And explain something. Я могу объяснить что-то. But that's it. И все на этом. It's not need to all this. Не надо вот этого всего. All this нет необходимости в этом всем. Decoration. Все эти декорации, вот эти. When I see that, I immediately point to that. Stop. Как только я это вижу, я тут же на это указываю. But I'm not angry. Но я не злюсь. I don't feel that. Я не чувствую себя плохо. Я просто замечаю. Listen, this is going to a complete funny direction. И указываю на это на человека, говорю, что это куда-то уже идет не туда. Ну да, это хорошо. Funny direction. Да, что идет. Not wrong direction, because not wrong is unconscious. Это не нужно, чтобы не то направление. Это просто, ну, неосознанно происходит. Если кто-то что-то не то делает, то этот человек это делает несознательно, неосознанно. И тогда уже это невозможно назвать там, неверным поведением. Это просто бессознательно. Этот человек просто не знает, что делает. И все. Ты можешь как-то пролить свет на это? And also sometimes I get to, like, it annoys me when someone is really sure that I'm the one, like guy, he's sure that I'm the one, but I don't feel like this. Mm. And it annoys me so much, and he said, you will see when your ego will be gone, you will see I'm the one. And there are like six guys who are completely sure that you are my the one. And it's like, annoys me so much. Меня так раздражает, когда кто-то чувствует, что я вот та самая, что я это вот она. И меня так раздражает, когда человек мне говорит, вот ты та. А я не чувствую. If he places your feeling, I will kill him. If he places your feeling, I'll dump you after, I will kill him. И он говорит, что ты та. И говорит, когда шесть человек, например, мне говорят, что я та, то это как-то, что я та самая. И один говорит тебе, что если вот тот тебя отвергнет и твои чувства разобьет, то я его убью. You are the one. The only one. Ты есть та, или только то, но совсем в другом контексте. It just, it's like, yeah, when this person think that it's my block that I don't feel. А это человек мне еще говорит, что это твой блок, это твое эго, вот когда оно уйдет, тогда ты поймешь, что ты та самая. I know that you know more than what you know. Я знаю, что ты знаешь больше, чем ты знаешь. You know it. Ты знаешь это. I don't find myself telling you new things. I find myself kind of confirming something that you intuitively already know. Я чувствую, что я не говорю тебе ничего нового. Я тебе просто подтверждаю то, что ты знаешь интуитивно. Follow that. Следуй этому. Это интуиция в себе. Даже если ты выйдешь за кого-то замуж, ты этому человеку не принадлежишь. Что вы по поводу фэншуй, между прочим? I was surprised when I came to Russia the first time. No, it was not Russia. This area, Baltic region. Я был очень удивлен, когда я первый раз приехал в Россию. Нет, не в Россию, в этот Балтийский регион. I saw a bridge. И я увидел мост. And it was full of padlocks. И на этом мосту было столько замков. On the bars, all padlocks.
And some of them were pushed out. На решетке, там, на решетке, на тюрьмах висели все эти, не на тюрьмах, на ограждении висели все эти замки. And I saw where somebody... Некоторые из них были огромными. I saw where somebody was packing the bag and lost the key and я сначала подумал, the chain что... and the stay there. И сначала я подумал, что, наверное, велосипед перепрограммировали, потом сломали, забыли ключ, потеряли. No, it can't be, because so many. Вот он подумал, не может быть столько их там. Masks are messy, I don't think so. Это массовая визия, вот такого не может быть. And then I asked, you know, finally, what я, в конце концов, спросил у кого-то, а что это значит? No, people get married. А, и люди замуж выходят, женятся. They come here. Они приезжают сюда. And this is a symbol of marriage. Oh my God. И это символ брака. Боже мой. And now you can't prison. Тюрьма. Все. Повесили замок. Дай мне сюда. So relationship is synonym of jail. То есть отношение к синоним тюрьмы. Оковы. You cannot go anywhere now. И теперь все, никуда не денешься, никуда не пойдешь. And you can do whatever you want now. И теперь не можешь делать, что хочешь. You sign the paper. Бумагу подписала. You swear to God. Поклялась или поклялся. See, and if you don't do that, you go to hell. Если не будешь этого делать, отправишься в ад. Or to jail. Или в тюрьму. See? Then... No, relationship is beyond that. На самом деле отношения они далеко за пределами этого. It's beyond that. Yeah, it's simpler than that. И за пределами этого, и проще, чем это. Not in any of that. Нет необходимости во всем этом. Actually, the priest came into existence. На самом деле священник появился. After people were falling in love and having fun. Гораздо позже. То есть люди уже влюблялись, у них уже были семьи, дети. И потом в какой-то момент появились священники. Бизнес came later. Бизнес начался позже. Постоянно было не пол апельсина, а пол банана, пол груши, пол еще чего-нибудь, но не пол апельсина. А что заставляет тебя верить, что ты уже не самодостаточна, как бы не полна в себе, то есть нужна как бы половинка. Тебе никто не нужен, а при этом ты можешь быть с кем-то. Нужды в ком-то. При этом ты можешь быть с кем-то. Otherwise it's out of need, exactly. Иначе это будет из нужды. Такие отношения из нужды. Тогда это будет уже не я тебя люблю, а ты мне нужен или нужна. I need you, so you can want me.
его готовить, мыть посуду, знаете, детей смотреть. Почему ты меня любишь? No. Да не знаю. So many people, yeah. Столько людей. The blue prince is in front of them. Why do you love me? А перед ними прямо Why принц на белом коне, и начинаются вопросы. А почему ты меня именно любишь? Почему именно меня? Девушка думает, может, он планирует что-то, может, у него какие-то задние мысли есть. That's an agenda. See? And the perfect comes in front of you. Парень идет прямо перед тобой. Это само совершенство для тебя. Blue prince is there. Принц прямо перед тобой. And then you may go here and there kissing frogs. А ты этого не видишь и продолжаешь целовать лягушек. And the blue prince is there. А принц прям там. Why you are so good to me? Почему ты со мной такой хороший? Я такая хорошая. Почему ты так такая милая со мной? I don't милый со мной. Почему нет? I don't know what to say in this case. I'm not an expert. Не знаю, прям что сказать по этому поводу. Я не эксперт. I'm still learning. Я все еще учусь. As far as relationship is concerned, it's a you know, you learn everything. То, что касается отношений, ты это то, чему ты учишься каждый день. It's a constant learning. Это постоянное что-то новое, постоянная учеба. Life is like that. Жизнь она такая же. It's nothing written. Нет ничего закостенелого, ничего записанного, не изменяющегося. Trial and error. Trial and error. Life. You try and you make mistakes. Попытки и неудачи. То есть жизнь — это попытки, удачи или неудачи. То есть пытаешься и можешь совершать ошибки какие-то. Кто не пытается, не ошибается. Somebody is nice to me, I become suspicious. Если кто-то ко мне добрый, хорош по отношению ко мне, то человек закрадывается подозрения. Why? Почему? It's an idea behind. То есть за этим стоит какая-то идея. I don't even remember that I experienced something. But somebody used me or abused me, and I don't want that to happen again. And then I close my heart, put a wall, shoot down, finish. И возможно, когда человек вот так реагирует на доброту к себе, он даже не помнит, что что-то в его жизни произошло так, что кто-то его использовал. И в этот момент у него сердце просто закрылось. И каждый раз, когда к нему с добротой, он на это реагирует, как что-то негативное будет за этим стоит. Love is painful. Жизнь — это боль. Ой, любовь — это боль. And then you put a bad logic. И все, ты на эту идею навешиваешь замок. There's no chance in hell that anybody can enter in your heart. И тогда там никакого шанса, что кто-то в твое сердце снова, твое сердце кому-то откроется. We learn that. И мы этому учимся. Somebody told me once. Однажды мне сказали. Don't give your heart, fully your heart to anybody. Не отдавай свое сердце никому полностью. Because that person will go and will take away your heart. Потому что этот человек уйдет и заберет с собой твое сердце. My heart stays here. Мое сердце здесь остается со мной. The person can go away. Человек может уйти. He may take my mind. Может мой ум забрать. Можно забрать. На мое сердце. Yeah, I have exactly experience when I had a relationship and then I felt in love with other person, so I gave really
big pain to this person, so I don't want the relationship anymore because maybe I will fall in love again another person and I will make pain. I don't want to make pain, so it's better just to... Romantic situations, this subject in particular is very, and I'm telling you, this is why I said yesterday, when we speak about this subject, it is very tricky. Однажды я была, ну, у меня были взаимоотношения с человеком, я влюбилась в кого-то другого, и я, соответственно, с ним рассталась, и это как бы принесло ему боль. Но я не стала встречаться с тем человеком, с которого я влюбилась, потому что я не хотела также породить боль. Говорю, что это очень такие моменты, как вот эти личностные моменты. Об этом говорить очень трудно. In love, out of love, I don't know that love fails in and out. Не знаю, это влюбиться, разлюбить. Возможно ли это, потому что любовь как таковая, она просто всегда есть. Expresses in different ways. Она выражается иначе, просто различным образом, к разным людям. Но любовь как таковая, она всегда есть. I normally fail out of love because my expectation hasn't been fulfilled. Обычно человек испытывает чувство, что он разлюбил, потому что его ожидания не были удовлетворены. Что-то ты... такой, как я думала. Я-то думала, ты такой. То есть я думала. Я думала. То есть мысли. Чтобы закончить с этой романтической ситуацией, я расскажу небольшую историю. С этим все в порядке. There is a guy whose wife was in a mental hospital. Человек один, его жена была в сумасшедшем доме. And she was in a mental hospital because she was suffering from amnesia. Dementia, sorry. Она была в этой больнице для умалишенных, потому что она страдала каким-то расстройством психическим, то есть когда человек не помнит родственников, вообще никого не помнит. It happens to some people when they get old. С некоторыми людьми это происходит, когда они вот с возрастом, в старости. Какой-то спазм в головном мозге, они начинают терять память. I saw that I was working at the hospital. I'm still working at the hospital. Я это видел, потому что я работал в сумасшедшем доме, но я до сих пор работаю. I thought that there are more of them outside than inside. На самом деле, я вам точно говорю, их гораздо больше во мне, чем за стенами. And I was showering an old lady. И вот однажды, когда я работала в этом доме для умалишенных, я как бы помогала принять душ одной очень пожилой леди. Она сидела на каталке, и я ее мыл. Потом она посмотрела куда-то, она вот в мгновение какое-то куда-то отвернулась. Потом посмотрела на меня. И она так закричала. Ты кто? Иди отсюда! Убирайся отсюда! Она меня не узнала. То есть, буквально долю секунды человек отвернулся, и все. Нет памяти. И вот человек, про которого я говорю, он был женат, и его жена как бы, было такое же расстройство, как потеря памяти. Когда мгновенно человек забывает. Этот человек пошел к врачу по другой причине. И доктор заметил, что этот человек спешит постоянно проверять время. И доктор спросил, почему вы спешите, что такое? Сказал, моя жена в больнице. Я каждый день приезжаю, ее кормлю. Why is she in a mental hospital? Да, почему она в этом заведении? It's probably she doesn't even recognize me.
Ну вот у нее такое заболевание, она даже не узнает. Да и доктор сказал, а почему ты волнуешься и спешишь, она же тебя не узнает все равно, она даже не вспомнит. Она тебя даже не вспомнит. Она сказала, да, но я-то помню. То есть она может не помнить, что я ее муж, но я-то помню, что она моя жена. This is like this for some time. This body, like this as you see it now. Это тело такое, каким ты его видишь сейчас, оно только какое-то время такое. And after some time, через какое-то время, maybe just flesh hanging all over. Там все обвиснет, все повиснет, вся кожа повиснет. Incapable of perhaps to perform. И может быть тело уже не сможет какие-то выполнять. The most basic things. Какие-то самые там даже базовые вещи, то есть функционировать не будет как следует. So with what we fell in love. То есть во что мы влюбляемся? What is love? Что такое любовь? I don't know. Anything. Whatever I say about it, just. Ну, что бы я ни сказал о том, что такое любовь. Speculation. Будет спекуляцией. Whatever I say about anything is speculation. Что бы я ни сказал о чем угодно, будет спекуляцией. This is it. Это то, что есть. This. Вот момент. That's it. И все. If you are conscious. If you are present, если ты сознаешь, если ты когда ты просто сознаешь, присутствуешь, ты не будешь делать правильные вещи, ты будешь делать то, что должно быть сделано в этот момент. То есть невозможно сказать, что именно делать. В каких ситуациях в жизни, что делать, расписать все подсказки. Когда ты знаешь, кто ты, не будет никаких вопросов вообще ни о чем. Everything comes back to the same point. Все возвращается к тому же. Все указывает и возвращается к тому же. Who am I? Кто я? Then the question about Dawson, Dawson, and shoot and shoot and listen. Да, все эти вопросы, что делать, чего не делать, что им оставить, просто их не будет. Просто не будет. And at the end of the day, you have to say goodbye. И в конце, когда-то наступит момент, когда придется всему сказать до свидания. Почему бы не сделать этого сейчас? Почему бы не сказать до свидания своему тому, с чем ты отождествляешься, своей привязанности к этому образу? И тогда ты свободна от этого образа себя, ты просто свободна. Тогда, когда придет момент сказать «до свидания», ты сделаешь это счастливым. Потому что придется оставить все позади. Рано или поздно. Так или иначе. Как в песне. Так или иначе. One way to...
Так или иначе, придется уйти на какое-то время. And you will find yourself within another thing. Себя обнаружив в каком-то другом тельце. Who is the husband? Who is the wife? That's the question. Тогда кто же муж, кто жена? В этом-то вопрос. Who is the son? Who is the father? Кто сын, кто отец? That is the question. Это вопрос. So you release a lot of stuff tonight. Так, сегодня ты многое прояснилось, да? I'm sorry, I couldn't help you with the romantic. Извини, что не смог тебе помочь с романтической частью. I'm terrible. I'm not romantic at all. Я вообще не романтичный. Вообще не романтичный. Oh my God. One question, last one. У нас вопрос. Are you sure? Because that lady. У вас вопрос из интернета, тут онлайн-трансляция, и люди задают вопросы. There is online, how do you call it? Is it new? How many? Yes, I have questions. One person on the internet? I don't know. Один человек в интернете, не знаю. Но один вопрос. No, one question. Дорогой Цезарь, мне очень интересно, чем является мир, который я вижу, слышу и чувствую? Dear says, very interested. What is the world which I feel, smell, and perceive? Я знаю, что в мой мозг эта информация проходит в виде электрических импульсов от нейронов. I know that to my brain this information comes from electric impulses from neurons. Как эти импульсы превращаются в мир вокруг? How these impulses create transformed into the world which is around in that world. Просто происходит каким-то образом. I mean, to answer that question, I am not qualified to answer that question. То есть у меня нет квалификации, чтобы ответить на этот вопрос. I can give you an intuitive answer, which is going to be like a summary. Я могу вам дать только интуитивный ответ, который будет как подытоживанием чего-то. There is kind of a program. Есть своего рода, есть что-то в этой программе. Something happens, this is reaction. Что-то происходит, и возникает реакция на происходящее. Some reactions are merely physical, physical phenomenon. Некоторые реакции это просто физические реакции, это физический феномен. Вот. Горячо, и тогда действие, реакция происходит. It's part of the program. Часть программы. Cold. Холодно. It's a physical reaction. Какие-то физическая реакция на физические какие-то обстоятельства. Hunger. Голод. There's an automatic search for something to eat. Автоматический поиск еды. Hormone. Гормоны. There's an automatic search for the release of that. Автоматический поиск, как от этого освободиться. One way or another way. Так или иначе. And there's another reaction. И есть другого рода реакция. Psychological. Психологическая реакция. Which is based upon ideas and concepts and beliefs. Которая основывается на идеях, убеждениях.
So one is natural. То есть то, о чем до этого говорилось, это естественная реакция. It would take a long time, even for a scientist, to elaborate about this object. Потребуется не одна минута, то есть длительное время даже для ученого, чтобы развернуть эту тему, объяснить все это. And the scientist would describe something that is simply happening. И ученый просто описывает то, что он наблюдает. Описывает то, что происходит. He can describe what happened, but he will never be able to describe why. Ученые, вообще наука, она описывает то, что происходит, но никогда не сможет сказать, почему именно так происходит. Because there is no why. Потому что нет этого почему. This manifestation, there is no particular reason why it is there. Этот мир, это проявленное, нет определенного смысла в этом, то есть какой-то определенной причины, почему это проявлено. Never came into existence. Потому что эта Вселенная никогда не возникала. So there's no beginning for it. То есть не было того момента возникновения Вселенной. And there will never be an end to it. Соответственно, не будет никогда конца Вселенной. It has been there always. То есть это существовало всегда. And it has been kept safe eternally. И это постоянно просто трансформировалось. And these things happen. You thought something, ouch, and it's a reaction. То есть вот такие физические какие-то реакции, когда инстинкты. Горячо отдергивается рука. Instinct of survival. Инстинкт выживания. Push you to the limit. Который. It's part of the natural problem, also in human form. To the limit, to survive. Который толкает тебя на крайности, чтобы выжить. You try to survive. То есть изо всех сил человек, попытка выжить. And there is a psychological fear. А есть психологические страхи, страх. Which is based on the idea that what had happened can happen again. Который основывается на том, что произошло, может произойти снова. I will not marry again. I will not marry again. Я больше замуж не выйду или не женюсь. Because it can happen again. Потому что это может снова произойти, так удача в браке может снова произойти. I will not swim again. Или там я больше плавать не буду. Because what had happened before, it can happen again. Потому что то, что произошло, это несчастный случай, может снова произойти. This is based upon ideas, concepts. То есть вот такие реакции, они основываются на идеях каких-то, на опыте из прошлого, на опыте из прошлого. So one reactions are natural, other ones are psychological. I don't call them natural. Одни реакции естественные, а другие реакции психологические. Я их не называю естественными. Suppose that you are my wife. Представьте, что вы моя жена. And you are crazy. Вы сумасшедшая. Aggressive, violent. Агрессивная. And I say, to the hell with you. Я говорю, то к черту тебя. I'm out of here. Я отсюда уезжаю. Ухожу. Because every time I even think about going home, I think about you, I'm terrified. Потому что даже одна мысль о тебе меня приводит в ужас. Because I think that it's going to happen again. Потому что я думаю, что это снова произойдет. In this case, what's not happening again? То есть в этом случае продолжает происходить. And I go away without telling you, because if I tell you that I will go, you will kill me. You will not let me go. И я уезжаю, ничего не сказал, потому что если бы я сказал, то далеко бы не уехал. And you get terribly angry. И ты ужасно там злишься. So angry that you start going crazy. Настолько злости переполняешь, начинаешь сходить с ума. And a friend says, listen, why don't you go to India, find a guru, get some peace? Тогда друг тебе какой-то советует подругу, что, знаешь, может, ты в Индию приезжаешь, может, там обретешь покой. Гуру какой-нибудь тебе поможет. And you go to India. Ты отправляешься в Индию. And you find a guru. Находишь гуру. And you become enlightened. И просветливаешь. And then you come back to your country, to the city, город, and you are the embodiment of peace and kindness and compassion and perfection. Покоя, совершенства, света. And after 6 years, спустя лет шесть, I see you again in the street. Я вдруг тебя на улице встречаю. And when I see you, what is my reaction? Когда я тебя вижу, моя реакция вот такая. The witch is there. Вот она, ведьма. See, I feel, oh my God,
И начинаются реакции какие-то цепные. Why do I see? И тогда что же я вижу? Is there? Вижу я то, что имеет место. I see what I think is there. И я вижу свое представление о том, что... An idea, an image. Свою идею о тебе. So this reaction, свой образ. I'm not master. То есть вот такая реакция, это уже неестественная реакция. And we can get rid of them. И вот от таких реакций мы можем избавиться. The only one we can't. От естественных этих реакций на холод, голод и так далее невозможно избавиться. This is an organism. Потому что это тело — это организм. This is an infinitesimal part of the totality of cells that form this universe. Это просто мельчайшая частичка, это как клетка в теле Вселенной. I think this is as far as I can go about this question. How does it happen? No, I answered the question. It just happens. I don't know how. I know that it happens. Как происходит возникновение этого мира? Он просто происходит, да? То есть этот образ просто возникает, видение. Now it's cold. Сейчас холодно. See, and I find myself doing like this. И то есть я делаю вот так. I just noticed that actually. Я только что заметил, что я это делаю. Looking for warmness. Blood circulating. То есть я таким вот, как бы разминаю руки, еще предполагается, что кровь начнет циркулировать, соответственно, согреюсь. I don't think it is cold. И не думаю, так холодно. I will take my hands. Возьму сейчас. And do like this. И сделаю вот так со своими руками. So they will warm up. Чтобы они согрелись. Automatically. Просто автоматически. It's a program. Это программа. It's an extraordinary machine. Это экстраординарная машина. It can even heal itself. Она может сама себя даже вылечить. It does it. Делает это. Actually. In front of them because you felt like compassion or whatever, I don't know how to call it. Do you feel the same towards people who are suffering? Oh yes. Maybe you can tell something about compassion towards people. Мы вчера говорили про эту историю, вы сказали про рыбу, которую выловили из пруда и перед ним с вами поставили, вы есть не могли, потому что чувствовали сострадание к этим. К этим живым существам. Можете, чувствуете вы сострадание к людям, которые испытывают страдания? Да, конечно. Могли бы об этом рассказать? It's something that I cannot... I don't know, it's something that I see and... It's crazy. Это что-то, что я вижу, и это просто... Any form of violence. Любая форма насилия, например. It's an absurd. Это абсурд. Physical or psychological? Физического насилия или психологического? Psychological is even worse. Психологическое еще хуже. And compassion? И сострадание? This is an expression of compassion. То, что здесь происходит, это выражение сострадания. This talk, this беседа, gathering, this conversation is an expression of compassion. Эти встречи — это выражение сострадания. I could keep quiet and don't tell anything to anybody. Я мог продолжать жить, помалкивать и ничего никому не говорить. Carry on with my life. Продолжать жить своей жизнью. I can do this, I don't have to do this, but I can. Я делаю это, потому что я могу это делать, но я не должен, я не обязан это делать.
When you realize who you are, there's nothing that you have to do here. Когда происходит реализация себя, осознавание себя, нет ничего, что ты должен здесь делать. You're free. You can move freely. Свободен, ты можешь свободно передвигаться. There's no goals, there's no thing, nothing to achieve, nothing to become, nothing. Больше ничего, нет никаких ни целей, нет ничего, что должно быть сделано. But свободен. They have headache. Но, скажу. Страдание это как, допустим, как голова болит, да, то есть у кого-то болит голова, то есть кто-то страдает, а у меня есть аспирин. Если я знаю, что человек страдает, смогу ли я, обладая лекарством от этого страдания, сказать ему, не помочь этому человеку. То есть я знаю, что такое страдание, я знаю, как из страдания, я знаю выход из страдания. To become self-aware. Выходом из страдания является вот это осознание себя. To get rid of the identity with form. Избавление от отождествления, когда уход, исчезновение идеи, отождествление с формой. So I would say this is an act of compassion. Я бы сказал, что это акт сострадания. I threw everything away. I mean, I don't have a job, I don't have even a house, or even a bank account. We travel between 10 and 12 countries a year. We don't know where we're going to stay, how it's going to be. Не знаем, где мы будем останавливаться, как это будет. We don't make particular demands. Нет никаких там особых требований. If we can stay alone, we have some privacy, okay. If we have to share the space with somebody, если мы можем где-то остановиться в отдельном каком-то отдельном помещении, там квартире или еще что-то хорошее, если нет, то с кем-то. We charge for this. We do it on donation basis. Не платы за это. Это все делается на основе пожертвований. Mind that all of you become enlightened tomorrow. Представьте, все вы сегодня или завтра просветлеваете. What's going to happen to me? Что произойдет со мной? I lose my job. Потеряю работу. Where am I going to? And then somehow, people start, please come. They say, oh my God, this is. И люди начали просто говорить, пожалуйста, это знание нужно здесь, там, пожалуйста, приезжай. Then okay. Тогда хорошо. And normally speak for 2 hours. But one more question. Обычно говорю 2 часа, так начинается. Еще один вопрос. And there is something that says, yes. И что-то мне говорит, да. Let's go. Okay. So this is an act of compassion. Эти встречи, это и есть акт сострадания. Because I know that I am there. Потому что я знаю, что я там. I'm not helping anybody else. Я не помогаю кому-то другому. На самом деле это монолог. Монодайна. Не диалог. And all this, you know, this again, you see, it doesn't matter. Your questions are okay, I'll reply your question, that's fine, talk, la, that's okay. No problem. That is okay, you ask a question and I reply about this object, romantic relationship, this and that. С этим все нормально, все в порядке. Вы задаете вопрос, я говорю об этом, отвечаю на вопросы, там, о романтике, о взаимоотношениях, о том, об этом. Always we come back to the same point. Но всегда есть возврат к источнику. To the same question. К тому же вопросу. Who am I? Кто я? Whose problems are these? Чьи это проблемы?
Do you really have a problem? Есть ли у тебя на самом деле проблемы? Or you think you have a problem? У тебя истинного тебя, или ты думаешь, что у тебя проблемы? Is the situation the problem, or I think the situation is the problem? Является ли ситуация проблемой, или я думаю, что ситуация является проблемой? I think I have a problem because I think I am the body. Я думаю, что у меня проблема, потому что я думаю, что я тело. That is going through something. Которая проходит через что-то, через какую-то ситуацию. But not you. Это тело проходит через эту ситуацию, а не ты. When you know who you are, that's the end of the problem. Когда ты знаешь, кто ты, это конец проблемы. Not the end of life, or не конец жизни. Or it's not that your life become a garden of roses. Не что твоя жизнь становится садом из роз. And you read people's mind, and you are kind of the air. Читаешь мысли людей. Паришь в воздухе, жизнь продолжается. Продолжаются какие-то ситуации, какие-то вызовы в жизни. Все еще зима приходит. Нужно идти, купить себе теплую одежду. Жизнь продолжается. Но уже больше это не воспринимается как личная проблема. It's just an event that is just happening. Просто событие – это что-то, что происходит. And that you realize that you cannot avoid. И происходит ясное понимание того, что это избежать невозможно. You can't run away from life. Невозможно убежать от жизни. Even if you drop the body, it will actually be in front of you. Даже если вы, когда оставляете тело, появляется новое тело. All the answers are within you. Все ответы в вас. You are the answer. Не содержатся в вас. Вы есть ответ на все. You will ask questions until you know that you are the answer to all the questions. Вопросы будут приходить до тех пор, пока вы не узнаете, что вы являетесь ответом на все вопросы. Are you happy with us? It's amazing. This is a process that never ends, actually. Это удивительно, потому что это процесс, который никогда не заканчивается на самом деле, не прекращается. It's always an insight. It's always a discovery. То есть всегда открытие, всегда какое-то прозрение, озарение. It's always a realization of something. Всегда реализация, осознавание чего-то. Endless movement. Постоянное движение. Because it never ends. Потому что это никогда не заканчивается. And no constant changes. Постоянные изменения. As you flow or you break down. Ты либо с этим потоком движешься, либо ломаешься. В этом потоке движешься, либо ломаешься. If you let go. Сопротивляешься, если ты отпускаешь. You let go any experience. Если ты отпускаешь любой опыт, as it passes, как он проходит, что-то какое-то переживание, какой-то опыт проходит, он уходит, и ты его отпускаешь. You flow smoothly. Когда все происходит плавно. If you try to grab something, если пытаешься за что-то схватиться, you become rigid. Ты таким образом становишься закостенелым, and at some point you will в какой-то момент break down. Сломаешься. See? You have to reflect. Просто лучше быть гибким. Like a blade of grass. Как травинка. The wind blows on. Ветер дует, она дует, все дует. Она просто согнулась, там ветер заканчивается. Ну что же, немножко такая, какое-то время. Но если там будет оказывать сопротивление, сломается.
Перестань, держите ладони открытой. Не хватайтесь на что. Вы не сможете ухватиться. You can grab it only in your head. Вы можете схватиться за что-то только в своей голове. Okay, let's go one time. Спасибо. Давайте завтра отвечу на ваш вопрос. Спасибо, что все пришли. Завтра сатсанги начнутся в 11 часов утра. Пожалуйста, чтобы они продолжались, положите, пожалуйста, пожертвования. Спасибо. И там на столе еще...